Добрый день, дорогие друзья, гости, подписчики. Меня просили заснять кроликов, показать. Давно я не снимала их, как они живут, все ли живы-здоровы. Вот эти у нас две готовятся через месяц, наверное. Так, где-то через месяц, через полтора они пойдут у нас к кролику на свидание. Подрастают. Это две маленькие были, которые брали. Сейчас я здесь, конечно, прибралась. Раз в два дня насыпаю сено. Они его съедают, конечно, все. Здесь в тарелочку водичка. Здесь комбикорм и зерно. Комбикорм КРС. И вот любой пробовала. Для кроликов найти пока не могу. Специально для кроликов. Ну, вот. Ну когда добавляю, это просто сейчас вот овощи вечером будут у них. Яблочки, морковочка, капусточка. Синик я закрыла вот так вот, видите, потому что там сеточка большая, и кролики тут вылезают, и я их тут двух ловила. Они туда-сюда бегали. Сейчас синик наложила сено. Вот это мамка белая у нас. Водичку все выпили, надо залить. Наши кролики. Здесь подстилочку я пока не убирала. Видите, здесь сколько сантиметров? 10, наверное, подстилочка. Но пока кролики маленькие, я их не убираю. Она как бы тепленько получается. Они сикают, какают. Сверху накладываю. Но, конечно, перед морозами надо будет поменять, свежий засыпать. Вот. И у нас будем второй отсек сюда делать. Еще пока не делали. Все приготовлено, только надо вот собрать. И кролики у нас переселятся. Вот. Вот такие вот у нас кролики. Кролики все живы. Куда они залезли у нас? Они у нас там, видите, щелочка, они залезают туда. Ну-ка, покажись. Видите, туда залезли? Засранцы такие. Клеточка большая у сенника. И они туда-сюда бегают. Дырочку сделают, сядут туда. Вот это мамася наша. Она наша мамася. Вот это кролики. Сейчас мы водички. Водичку надо стоять. Надо. Они переворачивают. Вот эти вот тарелки. Здесь тоже стоит мисочка. Надо кормушечку делать. Все. Руки не доходят. Животных завели, а кормушки сделать некогда. Сейчас щенками занимаюсь. Вот такие у нас кролики. Вот моя рука. Ну, размеру с руку, наверное. Коричневые. Вот, видите, такие. У меня уже большие. Им у нас когда? Они родились 27 августа. В сентябре 28 был месяц. Два месяца мы их от мамки будем убирать. До двух месяцев они посидят пока с мамкой. Но что, где мы брали крольчиху, они до двух месяцев держат кроликов. Потому что мальчишки у нас пойдут. Один мальчишка, наверное, останется. Потому что я посмотрела, два белых мальчика сегодня. Пересаживала из клетки в клетку. Белых два мальчика, а третий, не знаю, мальчик или не мальчик. И, ну, хочу оставить одного белого, одного черного и одного серого мальчика. Остальные пойдут у нас. Девки останутся, а мальчики пойдут на мясо у нас. Вот так вот. Как не жалко, но для этого мы их и взяли. Мясо диетическое. У нас есть кому кушать. Ну, такой вот обзорчик. Ну как, мне лишний раз беспокоить неохота. Такие вот мы водичку пьем. Вон какие мы красавцы. Будя какие мы выросли. Все живы. Ни одного кролика не погибло. Траву, сено. У нас хороший поставщик. Сено у нас хороший. Кушать на него хорошо. Прямо подчистую, чуть ли не под самый этот. Как вот свеже положу, все съедают. А травку, конечно, я собираю вручную кроликам маленьким, чтобы не попалась какая-то ядовитая. Они не очень разбираются в этом деле. Видите, как мы хорошо сидим. Комбикорм, зерно. Вот это мои хорошие. Вы мои хорошие. Ну, на этом я закончу. Уже 5 минут я сняла. Так ни о чем. Попозировали мы. Спасибо за внимание. Пока-пока.